Здравствуйте. Конструктор контента Gutenberg, плагин на WordPress, не стоит на месте и развивается. Ранее мы с вами увидели полную переработку возможности построения статей WordPress. И с выходом Gutenberg пользователи WordPress, можно сказать, разделились на два лагеря. Первый лагерь принял это, стал изучать этот Gutenberg и активно пользоваться. Второй лагерь очень сильно не понравилось это все новшество. И люди захотели увидеть классический редактор, как это было всегда. И, естественно, очень скоро появился бесплатный плагин, который возвращал классический редактор WordPress. У меня, кстати, об этом плагине было видео. В этом же небольшом видео я покажу новый бесплатный плагин под названием Classic Widgets. Дело в том, что Gutenberg не стоит на месте, он развивается. И теперь уже Gutenberg касается панели внешнего вида виджетов. И теперь у нас недоступен классический внешний вид виджетов. Он теперь очень похож на конструктор контента создания статей через Gutenberg. Думаю, также многие люди не будут к этому готовы и захотят видеть классический вид виджетов. В этом видео как раз-таки давайте рассмотрим данный плагин, который возвращает классический внешний вид виджетам. Меня зовут Федор Васильев. Итак, плагин Classic Widget. Вот его название. Ссылка на страницу плагина и все необходимые ссылки к уроку я обычно оставляю на своем сайте fedorvasilev.com в соответствующей статье. Если вы это видео смотрите с YouTube, ссылка будет в описании под видео. Итак, Gutenberg разрастается. Теперь у нас не просто создание статей. Через Gutenberg, по сути конструктор э, статей на WordPress. Теперь у нас уже и виджеты также строятся. Если мы обновим WordPress, скажем на момент записи видео у меня 5.8.1 версия, последняя версия WordPress, и если я перейду в внешний вид, виджеты, то я увижу совсем другой интерфейс, непривычный, но уже похоже как э, при создании статей не все готовы перейти, так сказать, на новый интерфейс и уже готов бесплатный плагин, чтобы все вернуть, как, как было раньше. Как это сделать? Мы переходим с вами в плагины «Добавить новый». В поле поиска плагинов вбивайте название «Classic Widgets». Вот так он выглядит, это его иконка. Нажимаем «Установить» и «Активировать». У меня он уже установлен, осталось только его активировать. Я нажимаю «Активировать». Настроек у него никаких нет, вот он «Classic Widgets». Мы просто его включаем, он работает из коробки. Далее мы с вами переходим в внешний вид виджеты и видим классический интерфейс, как это было всегда, с виджетами. И можете приспокойненько работать дальше в том же ключе.